Ну, очень хороший соперник. Играть было достаточно тяжело. Быстрые края. Знали, что делают. Высокий нападающий цеплялся практически за все мячи. Поэтому для нас это был очень хороший спарринг. Хорошая проверка. Забил приятно, но, к сожалению, проиграли 1-3, поэтому ничего в этом горе особенного нет. Сложно сказать, не знаю. Второй тайм вообще был, отличался от первого тайма. Не знаю, с чем связано. Может, соперник стал чуть играть раскованнее и стал больше ошибаться. И мы прибавили. Надо было, наверное, забить еще один быстрый гол, второй. Тогда, наверное, игра поменялась бы. А так, к сожалению, не получилось. Но все тренера различаются между собой, но у каждого свое видение футбола. И видение футбола Шаланта мне понятно. То есть это футбол современный, футбол прогрессирует, он его пропагандирует. Работаем на тренировках, интересно, достаточно познавательные тренировки, очень интенсивные, поэтому будем надеяться, что все у нас получится. Сборная Германии, тут, я думаю, что говорить ничего не нужно. Такой шанс выпадает один раз в жизни сыграть против такой команды, поэтому я думаю, что это будет очень интересный матч для нас. Надеюсь, для зрителей тоже. Поэтому ждем с нетерпением, готовимся. Не могу ничего сказать, у меня контракт с Волгой. То есть я прилетаю 7 числа со сборной и отправляю сразу в Нижний Новгород в расположение команды, потому что они собираются уже. Пока я тренируюсь с Волгой и готовлюсь к сезону.